Друзья, сегодня суббота, а значит, что мы передаем приветы авторам 9 комментариев от роликов вторника, четверга и субботы. Погнали! Итак, первый привет мы передаем LPS Cat. Привет тебе, LPS Cat! 8 лайков она собрала. Следующий комментарий, который мы отметили, прислала Кирангел. Давай приветик Кире передаем. Тоже привет тебе, Кирангел! Привет! А еще мы передаем привет Накоме за Animation TV. Привет тебе, Накоме за Animation TV. Привет! Она тоже 10. Да. А еще мы передаем приветик Гуд Харида. Дин, давай передадим привет. Привет тебе, Гуд Харида. Привет! Помаши ручкой. Один тебе нет. Следующий привет отправляется Вульф Энджел О Демон. Привет тебе, Вульф Энджел О Демон. Динчики, да? Привет. Бьют ЛПС Стар. И тебе большой привет. Дин, да? Сколько лайков? 10. Следующий привет уходит Даша Милаша Пони. Денюш, давай помашем ручкой. Да. Привет тебе, Даша Милаша Пони. Кому передаем приветик? Лейли Уман? Да. Привет тебе, Лейли Уман, привет! И последний на сегодня привет улетает Никите Новикову ТВ. Дэн, давай передадим приветик. Угу. Привет тебе, Никита Новиков ТВ. Сколько он пальчиков вверх собрал? 2. Только 2 пальца вверх. Но мы выделяли те комментарии, которые нам интересны. Друзья, мы тут посовещались и подумали, что просто комментарий «передай мне привет» это не очень интересно, и таких комментариев очень много. Мы выбирать будем теперь комментарии, которые будут связаны с роликом, по делу или смешные и очень забавные, да, День? Так что пишите классные комментарии, ну а сейчас мы переходим к ролику. Погнали! Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go Show! Дин, на каком канале наши друзья? На каком? Не, на другом. Тлика. Baby Go Show. Друзья, мы продолжаем убегать от бабушки, спасаться из ее дома с этими челюстями там вставными. Пол от лава у нас, как вы помните, был челлендж последний. Мы прошли 8 этапов, и сейчас у нас впереди красочки. Ну что, Дин, поехали? Да. Так. И что надо делать здесь? Чего? Я вот тоже не знаю, что здесь надо делать. Давай попробуем. Давай сначала ломанемся на... А где у нас солдафончик? Нам этот товарищ ничего не подскажет? Не, не подскажет. Ну ладно. А, так. Убились сразу. Мне кажется, на краски нельзя попадать. Зачем бабуле в доме краски? Давай попробуем сейчас. Будем прыгать по диагонали, правильно? Наступили чуть-чуть. На краску нельзя наступать. Это голуби нам мстят. Помнишь, мы с тобой это голубей приманивали краской? Ну ладно, это не так сложно, правильно? Я думаю, что мы легко пройдем. Оп! Да что такое? В самом конце, да, развалились? Пойдем, пройдем. Убежим мы от бабушки. Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел. А от тебя я... Подавно уйду, правильно, День? Оп! Ну все, последнее. Все! Преодолели. 9-й. Сохраняемся. Так, Grandma has gone mad. She is turning children into food. Ничего себе, бабушка, детей в еду. А мы в обход. Не получится. Придется по детям прыгать, жуть какая. Видел там что-то розовое, да? Слушай, она что, ребенка в колбасу закатала? Ну и бабуля. А это яичница или цветочек? Не двигаемся. Это был глюк программы или так и должно быть? Так, ребенок в сосиске. Так, прошли. Ну это был простой уровень. Так, мы с тобой 11 уровней уже прошли. Молодцы мы с тобой. Сахар, так, и что? Опять нельзя наступать. Она сгущенку, наверное, пролила. А что произошло? О, он справа прошел. Ты видел, День? Угу. Нас догнал кто-то и прошел справа. Хм. Ну, мы пойдем справа. А, и развалились мы в самом конце. Так, и что? Как нам проходить-то здесь? Застряли на таком простецком уровне.
Ну, наконец-то. Сохранялка. Так. Watch your step, there is missing floorboard. Короче, тут, видимо, доски падают. Так. Или что? Так, хорошо. С этой доской непонятно. Давай попробуем на вот эту. На это тоже нельзя. Что ж случилось? День, как ты думаешь, как нам проходить с тобой? Ну, давай вот по этой пойдем. О! Так, эту мы знаем. Давай вот здесь. Не угадали. Значит, вот эта доска. И вот эта доска. Ну, удачи. Нет, не угадали. Две доски знаем. Ты запомнил, какие досочки? Сейчас будешь мне показывать. Крайняя правая, так? Потом вот это. И давай крайнюю левую попробуем. Отлично. Прошли. Идем дальше. Ого! Смотри, Денис, тут бабушки, фабрика ткацкая. I think grandma has gone crazy. Так, ну сумасшедшая бабушка у нас, да? И что нам надо сделать? Ага, по ковру ходить нельзя. Здесь, видимо, можно ходить по ниткам только. Ну давай попробуем. Если я прав... Я не допрыгнул, да, День? По ниточкам. Так. Ну, в общем, нам надо дойти вон до той сохранялки, Денюш. Ты понял меня, да? Сейчас доходим до сохранялки, и я думаю, что продолжим в следующий раз. Да что ж такое-то? А ты мне скажешь цвета ниток? Скажешь мне? Давай, скажи мне цвета ниток, пока мы с тобой прыгаем. Зеленый. Так. Желтый. Так. Голубой. Так. Красный. Так. Фиолетовый. Так. Зеленый. Отлично. Все. Прошли. Друзья, ну мы вот на пороге ткацкой фабрики бабули. Предлагаем продолжить в следующий раз. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх. Конечно. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои самые лучшие комментарии. До новых встреч. Пока. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик.